Хорошо, у нас в следующем ряде остается безжалостная Рислин, я и... Левойд, да, если что, окей. Я знаю, Серега только завтра будет. Я в курсе, я уже с ним разговаривал. Все, кто хочет на замену, кто не попал, все, окей, так и пойдем. И плюсуйте мне в Каринда, ВЛС, плюсуйте, остальные пойдут в воскресенье. Все, давайте Шуриком сумонимся и поехали это расчистить. Арислин, ты услышал меня? Или ты не в Дискорде? А то я так ответил. Не знаю, здесь это не здесь. Если... Все окей. Так, и по шему. Блять. Ребят, суманите Бентли. Ну что? Поехали, трачись вещь. Вой, дай портабав, пожалуйста. Будет время. А, я дам. По паладинам. Фонари? Фонарего. Фортенари, блядь. Тихо. Акуна макака. И есть такой контакт. Хуя себе, кто-то мне еще боб дал. Я дал. Скилл. Еще если бы агро держал, цены бы не было. Кто? Фонари? У меня колы летят, я в них бегаю 9 секунд. Фонари топ-1 танк был, не забывайте. Розовый, потный, волосатый мужик. По факту. А вы раздавали фласки, да? Или кто-то... Сейчас здесь раздадим. Я все раскидаю, типа, и АП, и СПТ. Я там на днях сделал ячейку отдельно, чтобы люди со званием могли с вами играть. Да, у меня и так там везде доступ есть, неограниченный. Я не про это, я имею в виду... А, там будущее, типа? По две фласки, да, чтобы с вами брали. Только хорошо настрой. А забей, типа, это не так сложно. А, нет, у нас просто был случай на... Там передвижение, по две я тяну, максимум что-то может... Мне не впадло раздать, типа. Максимум там... кто-то может больше спиздить, это 4 фласки. Ну, а типа, там же, по-моему, нельзя склада. Так делать. Можно. Максимум можно. Что там спиздить, это только 4 фласки. Ну и, соответственно, просто потом кикну нахуй. Чтоб нахуй не занимать. Ладно.
Ну, чуваки, вместо 4 штук просто... Да, просто забираешь людям доступ, чтобы они могли вкладывать, и из-за этого они не могут перемещать эти фласки. А, ну если только так. И только брать, и все. Закидываешь фласки по 2 штуки, и все. Здорово, заебистый Феникс, там придется же кому-то все это раскладывать. Один хуй, то же самое. Блять, лучше чуть перед РТ нахуй, чем потом, блять, этой хуйней заниматься. Реально, блять. Я не знаю, это не так много времени занимает. Кидайте трейд за СПД и поставьте банк, пожалуйста, я АПшный тоже возьму. А кому кинуть? Друиду? Единственному друиду. А тут так 2. Беспощадная вообще. Ну, я понял, что это куб. Сейчас, 5 секунд. 5 секунд. Ну, давайте трейд и милик, и кастера. АП. Два. АП. СПД. Джон Мастер, это маг? СПД, да. Я тут танк или сова? Ты... сейчас скажу, подожди, что у меня танчит? Дермич, фонарий, йока... АП. Нет, стоп. АП, да? Да, спекайся в танка. Беспощадная. Беспощадная. Дермич, фонарий. Беспощадная и воид на трэш. Юката в ретрике будет ферять этого, блядь. Гитариста. Который будет скинуть. Подожди, суета. Вот так. Первый танчит дермич, второй фонарь, третий беспощадный, это на боссе. И воет на трэш. Он что, паладин на какой-то есть, я не помню. Первый на пул даете в дермича. Дальше там напуливаете на воида на трэш. Лапси на полную. А не, мне на хп. Есть на хп ЛКшная? А на хп? Давай я тебе отдельный трейд кину потом сам. Дайте еще трейды. Блять, что за говно у меня в сумке, нахуй? Дай мне еще раз трейд беспощадно. Ты такой не открыл. Беспощадно, дай лапку. Да, сейчас нужно. Это твои монетки. Монетки, блять. Покрутил, хоть убрал эту хуйню, блять. Я ж не знаю, куда ты такой ведешь. На помойку. Я там ОБС. Так, по кубам, короче, спейси, печенька. Скорее всего, крест. Суета полумесяц. И... холич, квадрат. Все, я тоже сыграю. Рыбу поели, по готовности заходим внутрь и поедем. Да, да, дерми сейчас, секундочку. А где... блять, у меня опять масла нету, что ли? Дайте масло. Держи. А что ты, кстати, масло не покупаешь гильдию? Типа, мы на их зал покупали и то, и то. Нахуй это масло, блять, оно... ну, скажем, дохуя места лишнего занимать будет. Оно недорогое, чтобы люди не могли его себе позволить. Блять, у меня... это правда. Пуляйте, короче. Блять, я... вот ты мне его дал, да? Я не могу его сейчас найти в сумке. Где оно, блять? Пиздец, нахуй. Блять. Напиши 2 буквы в поиске. Ну, стой просто, напиши и все. Какое масло? Я тебе банки дал, чувак. Я не даю масло. Блять, я масло просил нахуй. Нахуй ты мне эту банку дал? Откуда у меня масло? Я рестор друид. Делать нехуй еще 55 эти СПД, мне вообще не всрались. Я не трачу на это. Сима. Я думал, ты за СПД банками кинул, как все. Да я СПД сам возьму. У меня же, ну, химка, типа, 2 часа. Я себе беру просто. Алхимия не актуальна.
здесь. Ну и вообще, в принципе. Ну, как сказать, типа, на... После нерфа и после апа других проф, нет. Как? No way. No way. No way. Мне нравится алхимия. Yeah. Не, алхимия, только если зарабатывать, пока что, потом оно еще дешевле все будет, когда говно. Рулетка появится и так далее. Говно. Давайте по черотворцам больше ДПС отдали, забили на этих големов. Убили нахуй черотворца. Звезда, печенька дохуя хп еще. Трусы дохуя еще хп, ромбик точнее. Вот эти три таргета точно въебали по рамбу больше всего. Реща, блять. Быстрее ром добили. И звезду. Звезда там до ТВЕ уже у меня. Иди босса готовься ловить, дружище. Все вроде бы на исходной стане. 3 секунды до пола. Геру дали фулл ДПС. А я пета не вызвал. Заебись. Ну, 4 танка тут, типа, да? Да, ну, 5. Хоть фонарик. Что с ебалом? Друид не захилил. Да, пиздец, блядь, тебя нельзя брать сюда. Работай лучше. Да ты картонный, блядь. Потом поговорим. Бес, отлично. Кубы приготовились, кубы прожали, речь. Речь, кубы. Речь, блядь, все отлично, босса дальше, поехали. Че идти? Подводить его туда или нет? Куда ты хочешь подводить? Не надо пока подводить. Ты вот следующих, кто забирает, подводишь потихоньку. Ты меч подводи. Песом дали ОЕ. Кто там у нас танчит? Войт первый дашь стан. Дал стан. Ты рано дал, блядь. Вот этот Юката дай стан. Юката стан где в небес, рещу, рещу. Красава. Зависла. Дискон, блядь, да? Да. Зависла. Вот вирус. Крови кипит как вирус. Может сейчас отвиснет? Это фонарь, 2к хп с удара, нет, говорится, что-то. Ты там вообще тихо. Мечтали, несла. Эдик, он тебя... О, блядь, своего питомца нахуй призвал. Невроз ТВ? Невроз ТВ, я. Слэш долбан. Шеем дуратари. Фонари, блядь, когда уже оденешься-то? Фонари лучше, чем ты одет. Реально. Да-да. Да. Блядь. Ты вот других танков любишь, меня нет. А другим такие баллы не отрывают, чувак. Неправда, я все видел. Все правда, блядь. Что там остается? Меньше 5%, блядь, каждый раз. Нет, больше 10.
Да пиздишь, там 2к хп у тебя с первого зелдера было, я видел. Да, реально. Да ты дурак, ему, блядь, 95% хп снимает одним ударом. Неправда. Это невозможно. Unreal. Это Эдик просто хочет меня унизить. Да, блядь. Обосрал фонаря, но забыл штаны снять. Кстати, у тебя там Мэйби даже это, блядь, пропнул на плодинской хуйне. Не было, не было. Я видел. Ну, ты близок к смерти был. Ну, кто его ваншотнуть может? Реально, как мне его? Он Мактеридон, блядь, ему в полпинка и дождь. А, он так он всех так. Не, нихуя, там у ДК процентов 30 остается, у друида процентов 20. В смысле, ты друида ни разу же не видел, чтоб танчил магика? Вот только что танчил друид, у него осталось 20%. А это стамоботные, потому что. А фонарик какой, мастеработный, да? Он типа все собрал. Все собрал. Только хп забыл, да? Ну вот смотри, будут боссы, где стамоботы будут сосать, фонари будут всех убивать, трахать. Да везде будут стамоботы, кроме варов и паладинов. Типа в будущем-то пятом контенте, там где они будут в блок собираться. Везде будут стамоботы, чувак. Паладин настолько слабый, что ему даже ревность не сделали, понимаешь? Да, да, есть такая контакция, да. Завидуйте дальше, не обижайтесь. Это единственный класс, который может смерть задоджить от лича. А ваши ДК так могут? Не, просто личу впадал добивать, бля, пидораса роллового. ДК может задоджить. Как ты такой вариантик? Как ДК может? Своими способностями. Блядь, ДК нахуй танчит без талантов нахуй. Вот реально без талантов нахуй. А кто паладин без талантов нахуй? Чё? Где? Куда нахуй? Пруфы, давай по вот. По факту. Давай, я, короче, вот на следующий РТ скину билд нахуй и вытанчу магика. Без талантов просто. Поспорим? Магика. Чей дед разошелся, успокойте его. Игрула. Ну, игру, мне кажется, там, хотя можно игрула попробовать. Давай. Магика в соло, магика хм в соло. В соло ни один танк не протанчит в сейчас. Я танчу на X2, я танчу. А почему это, типа, 4 танка здесь, типа, на X2 в 2 убивают? Фонарий, нахуй. Я протопалом на X2, блядь. В соло, нахуй, танчил вообще маги ГМ. Он и протопала танчил. Кстати, да, можно и в соло на X2, наверное, да. Спокойно. Эдик, здесь переработан игру магии полностью. Ага. Им здесь просто гиры, наверное, не хватает. Нет, сейчас... Сейчас даже, ну, типа в Т5 в соло не протанчишь игру магии. Нет, да, на X2, да. На X2 его тоже апнули, если что. Типа, он тоже апнутый. Ну так как они, там же я этот огненный удар игру постоянно спамит, там невозможно в соло даже в Т5 его танчить. Ну, два танка там ходят, типа. Но он все равно спамит же этот адский удар, который наносит вообще миллион. Ну, так, кстати, поэтому и бьем так долго ДПС, типа, мало. Ну, типа, из-за того, что 4 танка и 5 хилов. Не, в Т5, походу, похуй, там можно одному стоять в танке. Нет, похуй на этот адский удар, пускай он пока докастуется, мне кажется, там бурстанет просто рейд, нахуй. Да, не... Тем там... более, там у Груля не 150 лямов, а сколько там? Лямов 80? Не знаю. Мне его кажется, там ли? Просто за Геру он умрет, нахуй. На X2, блядь. Yeah. Да не умирает он там за Геру, чувак, я тебе говорю, там даже пуги не собирают гвумоник. Ну, очень редко, типа, там, я не знаю, за день, может, один рейд собирается. Хуй его знает. Все-таки паладин и сильный класс. Паладин вообще лучше. Они дисплеят, бопы выдают, сальвы, а ваши ДК ничего не могут. Да, нахуй агро держать, когда есть сальвы. Не, ну, по факту утилити упало лучше, чем у ДК. Ну, хотя с Т4 ДК имбу, конечно, сделали. Массейв. Ну что, сакрал паладину тоже массы. Да, в принципе. А у чего КД ниже? У ДК ниже. У Т4? Да? Нет. У сакры сколько? 3 минуты КД? Масс белый. Кажется, меньше. 2? Кажется, да. А ДК надо билде прокачать. Серый уже. ДК вроде недолго стакают свой Т4. И плюс 2 минуты КД этой. Да у сакры тоже про те 2 минуты был КД. Тогда одинаково. А можно протопалом, короче, Т4, чтобы он трахал босса так же, как и ДК? Нет. Пиздец. И чтобы протовары тоже трахали, вот почему-то. Да, да.
Нет. Наконец-то адекватная идея. Нет, Кнука, они сделают, мы сосать будем. Че, я если кто-то сделал, я Джайну солову, то ничего. А че, очередь опять вернули на X3, да? Ой, на X4. Да, она не уходила вроде. Я ушел на X5. Ну, заходит у кого-нибудь, нет? Да, я уже заходил. Да. Но я в очереди стою, заходит. Бля, очередь. Один. Не, вообще не было. Смотрите, вообще без очереди. У вас очередь? Вообще. Донатеры. Нет, в голд в очереди не будет, ребят. Фонарь, у тебя же у голд. Нет, у меня сильвер. Лошара. Нет. Поэтому плохой танк. Да, я думаю, и поэтому тебя пробивают так, как говно. Вот будь у тебя 1% уменьшения урона еще. Нет, там стамина 1% дается. Уменьшение урона. Нет, показатель здоровья увеличивается. От випки. А, да. Говно для стамоботов. Кунка обосрался, но забыл снять штаны. Я, блядь, такой очереди Duex 5 не видел, блядь, 1200. Всего лишь много 1200. Людей после ребута разом заходит просто. Кунка, а когда про товары? Кунка. Мне шмот пиздят, я не знаю, всякие ондры. Собирают офспек танка, которого не сделают до Т5. Сделай в Т5 контенте двуручного про товара. Феня. Что? Можешь мне на секунду дать генерала из квартиры? Знаешь, кто тачил с ручкой типа Вари? Бьорн. Без проблем. Величайший мост, блядь. Выдал тебе кунг. Ага, ща, выдам роль тех, кому ты кикнул. А, тебе в Диссе надо было? Да, не в игре, здесь в игре сними. Да клоун! Клоун. Я понял. Кстати, а почему у Вова нет такого звания? Кстати, да. Вова олд нахуй. Нет, Вова клоун, блядь. Ну есть такой контакт. Пока Вова спит, он летает. О! Вот это тайтл, конечно. А, давайте заходите, Рич. Очередь огромная. Нейро. 600 людей. Ба, Вова, седые холмы тачат. Надо было задонатить больше на Сирус, ты чё? Так, а кому ты кроме Девианта еще снял роль? Валентайн вроде. А, Валентайн. Ты его кикнул именно или роль снял? Ну, роль, по-моему, изгнал. Или кикал, вроде роль знаю. Снял, вроде роль, потому что Девиант остался. Вот, ты чё там делаешь? Чё? Ты предаёшь паладинов таким образом, не делай так. Для тебя наша дружба ничего. Ты уже сразу всё начал это умывать свои тапочки. И Войт, вы Карухаем ходите? Ну, сегодня да, сегодня пришел и пошел с пугами цвакадить. Стёп, нормально, Кару Хэм скорее. Что-нибудь напуем, намутим вместе. Типа ты и Фонарь, я подумаю, протанчите фул на фул. Когда? Ну, если ты после РТ не исчезнешь, я отпишу. Давай, Серечки, заходите, блядь, что там так долго? Очередь у них. 455. Сейчас, если за часик полтора справиться, то можно, в принципе, стартануть. Пиздец, какая нахуй очередь, блядь. Все, я выдал вам тайму, еще девианту. Надо донатить под, с пацанами, блядь. Че за хуйня? Да, донатьте. Донатьте 15-й лоял, этот, черек. А потом перезаходите в игру, блядь.
И побыстрее. Да, без урона? У меня 41, мне вообще похуй. 41 это что такое? Лоялка. На булом, блять. 41 она. А, на 42. 41 хромосома у тебя, блядь, дыба. Есть такой контакт. Вход в гильдию с третьей випкой. Батько восемь тупо целый день в этих седых России спит. Я даже в дис нахуй не зашел. Я тебе говорю, он там это трает седые холмы, блядь, берет штурмом. А че он просто у меня не спросит? Если он что-то не знает. Да он все знает. Он все знает, да. Три сотни игроков в очереди еще. Опа, очки. Уже захожу обратно. Его Денис или ночью тупо булил, блядь. Там его вообще ваху, блядь, босс не стрелял. Я его не булил. Не, его Денис булил. Денис? Ничего себе, Денис. Ну, придется попустить Витаса Смурфа, нахуй. Разочек. Заловочку. Не трогай Витаса. Придется. Эдик, у тебя какая лоялка? У меня? Да. 23-я. Почти 24-я. Мало. Ты очередь тоже стоял? Мало. Нет, я вот только что релогнулся и сразу зашел. Пиздец, блядь. Здесь 50 еще людей в очереди ждать, пиздец. Давай, фонарь, прорвайся, ты последний остался. Да нет, кажется, не последний, там еще 4 нет. Человека. Блядь, ты что, у меня стрим включили? Да. Фонарь, вырубай РРФ. Авель. Не дорог. 400 тел. И он завис, вот 400, и вот еле-еле идет. Там люди донатить начали. Их вперед пропускают. Ой, ты куда смотришь? Хорошо. Как же наша паладинская дружба? Она еще не раздевается. А ну-ка, это... Дренейки какие-нибудь, подходите сюда, к стене, короче. Вот, к корку, к войду. И раздевайтесь, короче. Будем стрим устраивать. Что тебе еще надо? Давайте, дренейки, кто там эти, как они называют, эридарки, подбегайте сюда. Что, нету, что? Вон, парнокопытная, иди сюда. Юката, иди раздевайся. Пацаны хоть посмотрят. Блять, все АФК. Они скверные, переполнены. Давай, Эдик, принимай. Давай, медведь, у тебя какая раса? Дашь свою резиночку? Да. Давай. Да. Вон, покажи на эту эльфиечку. Кто-то подбегает сюда. Ты, бать, добавляй. Денис, давай. А ты мужик или баба, не могу понять. О, все, что у тебя есть? Бенджи, давай, снимай грудак. Это. И эту хуйню там всю, вот эту мишуру. Я приближу еще от первого лица. Добавляй. Меня устраивает, давай. Куда ты побежал? Давай снимай все, блядь. Сука. Это кто там на Твиче? Куда этот присылать, типа, развратный контент? Развратный контент? Это в Дисе. А где? Я что-то не вижу, блядь. Где вы голые все? 18+. О, 41 человек. Прорываюсь. 200. Жаль, девчонок нет, так бы я заголил своего орка, блядь. Или есть? Юля АФК?
Они тебя боятся, ты паладин. Они всех боятся паладина. Розовые и зеленые. Это горючая смесь. Я только щит начинаю снимать, там сразу все возбуждаются. Не знаю, зеленые нормальные, ребят. Вот розовый, да, тут есть вопрос. По факту, по факту. Ну чё там, блядь, раздевайтесь кто-нибудь, давайте пацанам хоть покажем нахуй стрип. Всё, я захожу, сейчас всех ебать буду. Позовём Мираю. Ты там подогонишь 41-ю. Я уже это, захожу. Всё, вот я. О. О. Это что вот за это красавчик? Посмотрите. Юка. Войт, иди сюда, Войт, иди сюда. Где? Джу. Джу, смотри на него. Вопросы есть. Вау, вот Джу. Эта штучка. Опа, ебать. Вау. Нихуя, вот так и стой, короче. А давай танцевать начинай, короче. Ебать, это из какой-то детской категории, да? Да нет. Ой, бля, заебись. Заходите на стрим Войда, блядь, 18+ контент. Денежки на почту. У тебя жопа накачанная, блядь. Есть такой контакт. Фу, ты в одежде. Все. Ё-моё, кончился контент. Ну, вот сейчас появляется. Смотри, смотри, появляется. Вау! Кара после РТ хуй знает. Смотри на Акуму, смотри на Акуму, Войд. Денежки в трейд закидываем, пацаны. Так, где? Вот-вот-вот, прям рядом, ага, с тобой. О, хорош. Ну давай, танцевать начинай. Просто так... О, хорош, вот это движение. Хорош. Заходите на стримах все, блядь. Зайди в луч, зайди в луч. Блядь. Я настраиваю просто вид здесь, блядь, чтобы видно было все. Вот. Скриним, скриним, пацаны. Вот так, да, давай, заголяйся. Фонарик, собирай деньги, нахуй. Деньги Войду в обмен, короче. И фонарик в обмен. Я сутенер. 50%. Можно с двух сторон встать просто. О, у нас есть прибыль. Сейчас, погоди, я буду танцевать тоже. Недорог, Авель и Холи Шит, чё у вас там? У нас есть прибыль. 13, 9, 7, 5, 3, 1. Холи Шит. Ну, смотри. Авель, сколько ты сказал? Уже захожу. Остался недорог, получается, у нас. Чё там у недорога? 107 пишет. Ты снимаешь мод-то хоть, блядь? Кто там? Гирмиш снимает? Грудак там, реально. Штаны, нахуй. Снимай, снимай. И плащик, нахуй. Во-во-во, пошло, пошло. Да-да-да, чтоб жопу не загорали. Вау! Кунка, зря ты не в этом рейде. Кунка хотя бы здесь? Могу ему стрим подрубить. Ну все, пацаны, на ютубе забанят. А, стрим уже есть. Вот ты, ну-ка, ты стал успешным. Угу. А пацаны, как там он говорил? Блять, как же там было-то? А знаете, как поднять бабла? Что-то Ази на 3 топора, да? Спасибо, мне пора. Поставлю джипса, может быть, сейчас. Вот прямо здесь. А это типа сбор денег, да? Нет, это чтобы... Нашим работникам было куда вещи складывать. А деньги надо кидать в воду в трейд. Я думаю, наработал. Ош. Я не скажу, Насте, честно. Как превратить из рейда в бордель? Приходите и заказывайте. Муйорка прям как Ван Дам танцует. Ну, видал? Адель. Смотри, какой компромат есть.
Ну это, короче, этот, как в кикбоксере, знаете же, он танцевал там с девками тоже. Та же сцена, короче. Надо ему зону еще наложить, блин. Опа, ты меня не загораживай, блин. Прости, брат, я так... Пошел, пошел, нахуй. Тихо. Ты сзади-то не пристраивайся, блядь. Ты по один, у тебя есть один. Ты не знал, я, короче, когда руками так это, я щелкаю по жопе дермича, видал? Опа! Просто по жопе его трогаю. По булкам там хлоп-хлоп, ебать. Зачем? Я не понимаю, почему мы до сих пор в сердоликах не купаемся? Я одела шмот, блядь. К сожалению, все сердоли изобретать не превратились в яшму. Вам кидать их? Бля, Регега бесплатно смотрит, убейте его. Дерьмо, реально. Все нормально, я тебе кто смотрит поправил. Бесплатно? Довольно да бесстрашно, пиздец. Стринги поправил. Надо Маше только яшму кинуть, чтобы вас убить. Чтобы убить, это надо, знаешь, сколько яшмы? Миллион. Ой, блядь, это пуху, я на камень, блядь, потратила. Гони монетами. Сюда, заходи, все тебя ждут. Пошел заработок, блядь, пошел. Сколько мы уже наработали? А что за хуйня? Войду никто обмен не кидает, блядь, где бабки? Реально. Почему основатель не дает? Я, блядь, всех тут расчислил, блядь. Пацанов тут просто нету, как бы, чтобы паладином кидать. О, все зашли. Так, рыбу хаваем, поехали. Давайте фуррибаф. Все, блядь, блядки кончились. Я нормально поднял, кстати. Сколько? Сейчас я авилю долю скину, слышал? И нет, подожди. И Войду. Да, Войду и Дермичу, скини им долю. Сейчас. Дермич там больше теперь заработал, это деньги чисто Дермича, только я скину. Я еще потом видос вырежу, блядь. И под музыку из Ван Дамма сделаю из кикбоксера. Блядь. Давайте, зашли все внутрь. Покупаем все то же самое. Все, поехали. Блядь, ну что ты трейд-то не принимаешь? Ну быстрей. У меня на медведе свет моркнул. Слышно? Угу. Это хуёво. Так, давайте активнее по чертворцам, нам там осталось уже. По времени мало. Звезда, ром. Печенька. Добили быстрее. По звезде больше всего. Кисты сбивать. Ясно. На останки. Босса забирай. Босса, поехали. У нас еще беспощадно вылетел. Ой, пиздос, нахуй. Дай БР-ку нему. Да что, свет вырубили, ты наш танк, нахуй. Свет, блять, вырубили. Включили, моргнул, по-моему.
Ну заебись нахуй, вайпаемся, блядь. Не хильте. Сука. Тормоза, блядь. Смотри, сейчас фонарь с одного удара убьет. Нет, не смотрите. Я диван дал вообще-то. Ну, как тебя снесло? А, можно же прижаться к воротам вроде, не? Нет. Да умрите, пожалуйста, ребят, не бегайте, просто умрите. Встаньте в лужу, блядь. Дай ему срезать, Дик. И фонари такой кринж, блядь. Ты там заходишь? Да, да, да. Вот заходился. Ребят, не ФКшьте, пожалуйста. Давайте речь. Я резнул шамана, он там чилит. Рыбу хавайте. Сейчас добежит, он там сын анархии пошли. Фулл баф и пойдем. Моя кровь. Футбол, давайте. Тех, кто готов, заходите внутрь. Все помнят, кто на каких кубах стоит, я надеюсь. Визуально, вот у метки спать. На кубах стоит там Спейси, я, Бенгалмастер, Суета и Адель. Я надеюсь, вы помните, где кто нажимает. Еще на плама. Волк. Волк, поехали. Кинкейда и бомжи. Фир. Грипните чаротворца целого сюда, там дермича фигнул. Звезде активно. Щенька. Щенька звезда, короче. Отлично, на исходной стороне. Геру дали фулл ДПС.
Алло. Хуем пробовать, дало? Дало. Че, Эдик, как дела? Да ты не танчишь. Ну-ну. На тебя грань нет, чувак. А куда не? Вы вайпались? Типа до 50% был. Нет. Один раз выпанулись из-за того, что у нас танк вылетел. Кстати, Спейси, дай СС по беспощадке. Бесов и делами. Кубы поражали. Речь, красава. Все, боссы дальше поехали. Хватит там печать взрывать. Уже под эту хуйню что? Нет, рано. Подводить для меня еще. Далее уе. Дай стан войт. Юката стан. Стан. Все, босс убьем, там один пиромант, а уешьте просто на похуй. Босса в центр поставьте. Кубы приготовьте. Гитаристы пошли. Кубы прожали. Пускаем, босса бьем. Кинка и грипп и звездно. Речь. Дайся кругой. Звезде поехали все. Юкат и фире. Забери войт, мама. Прохил, блять, фире, Юката. По КД фире, блядь. Чтоб такой хуйни не происходило. Суета и гриппа и следующую звезду. По звезде все. Фонари скру. Отошли, милики, отошли. Дармич, гриб, мне еще одну кого-нибудь. Вон этого гриба ближнего. Звезду. Угу. По звезде пошли. Кинг, я вижу. Добили быстрее звезду. Гриб и следующего, последнего. Играйте по звезде, дайте. Дармич под грипп, я его сюда. Ближе к боссу, чтобы уешь. Вес. Кубы приготовились. Кубы прожали. Кубы речи прожали. Все отлично. Добили быстрее эту звезду. Звезду добейте. Босса играем пока. Больше ДПС по боссу. Бурсты прожмите свои. Сейчас заберешь и подведешь потом сразу дармичу. Подводи. По боссу больше. Ауе дали. По бесу. Ауе по бесу дали. Нет, дали ауе по бесу еще больше. Не надо. Ауе, босса не кливаем пока. Войд стан. Добили бесов быстрее, дали больше уе. Босса не кливают. Блять, к воротам. Юката, дай стан еще по ним. К воротам все быстрее. Дай сокровы, сына на архиле, кто там у нас хилит. Дармич из баунт нажми. Прохил. Там сейчас бомбанет. Прохил рейд, подняли. Гимн на хп дай. Ну да, я бы тебе пал. А, вот, прожми.
Там у нас один пиромант. Сейчас я тебе дам фонари все. В лужах не стоим, прохил. Суета, дай гимнам оно. Волк, поставь ты там. Красивый, есть фонарь? Нормально. Беспощадный, да, Иннер? По... Сейчас по королеве. По королеве. Нет, здесь что такое произошло? Да, пол хп был. Да, и БР по фонарю. Не надо, СС же. А, СС еще окей. Я тоже не на пол хп, но... У тебя тоже СС. СС, давай, речь. Ребафнули друида и паладина на фул быстрее. Вот, дай отобав. Спасибо. Если сейф надо, скажите, я карту дам, у нас сейф еще есть. Я прожмусь на следующий. Тебе надо? Или кожа есть? Да, я ключник. Сейчас надо фонари? Уже выйдете. Чё, каплю дать? Да, и сокру фонари. Я беспощадный дам это. Скорее всего, улетел. Зачем? Мне ничего не надо. Чё, ты вылетел, что ли? Он прожал стамину. Он, скорее всего, вылетел. Прожмул пол бабл. Дай войд скру. Я точечную дал по медведю. Ну я типа почему-то про нее подумал, дал. Сын архи, дай мол скру. Когда еще? Сын анархии. И не фонари. Извиняюсь. Ну, волка поднимите, по хп сейчас умрет. Дракона можете ролить. Мешок, как обычно, тоже. И сумку. Эдик? Почему я умер? Я упернул, блядь, тебя сдуло. Как обычно. Нет, потому что он меня ударил, ты не прохилил и меня сдуло. Вот так вот. Все, я буду тебя этим душить. Даже как неплохо вышло. Ритням? Я сбросил там типа урон перед тем, когда пульнули сразу босса. Я на седьмом месте. Ну так ты что, наверное, босса? Да нет, я свечился. У меня 80% только босса.
Типа там через стринку, через все, тему типа уешь все время. Ну, спейси коллекционеры ему.